такой. Циклопы победили. Представляете, если бы мы сейчас с вами жили на Меркурии, нам бы в 3 раза было бы больше лет, чем на самом деле. Дальше у нас идет Венера. Венера — это самая медленная. Если значит, у нас одни сутки длятся 24 часа, то на Венере это 243 суток. Вы представляете, один день. Дальше это наша Земля, конечно же. Марс красный, так как в его почве есть железо, а еще в его почве есть полезные ископаемые. Поэтому в Юпитере могут поместиться все 7 планет. А также у него есть красный глаз Юпитера. В этом красном глазу дуют очень сильные вихри, достигающие 1800 километров в час. Сатурна 4 кольца. Это 3 толстых и 1 тонкое. Кольца состоят из камней, астероидов и космического мусора. Дальше у нас идет Уран. Это самая холодная планета в Солнечной системе. Но при этом она не самая дальняя от Солнца. Ее ядро полностью состоит изо льда. И также ее сестричка — это Нептун. Она также состоит полностью изо льда, и ее ядро тоже полностью ледяное, но при этом, хоть она и последняя от Солнца, она все равно не холоднее, чем Уран. Вкратце о нашем фокусе, а дальше мы уже перейдем к вашему интересу.